устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные займы до зарплаты. Сегодня сотрудники службы судебных приставов отмечают свой профессиональный праздник – 153 года на страже закона. Но даже в праздник отдыхать приставам некогда, работа не ждет. Ведь на сегодня в Кызылском городском отделе управления федеральной службы находится более 40 тысяч исполнительных производств. Основная задача нашей службы – это исполнение решения судов. Как вы знаете, исполнить решение суда – это очень непростая задача. Поэтому, тем более у нас в отделе находится более 44 тысяч исполнительных производств. Получается, на каждого из судебного пристава-исполнителя приходится около 3 тысяч производств. У нас судебные приставы-исполнители в день объезжают примерно 30 адресов. Успевают. Вот поэтому. Ну, это на 3 и на 2 часа примерно. Шалбана Оделик уже более 20 лет работает судебным приставом-исполнителем. За это время многое изменилось, но работа остается все той же, отмечает Шалбана. Есть должники, есть суд, следовательно, есть и всегда будут те, кто исполняет судебный приказ. В основном в Кызылском городском отделе поступают исполнительные документы по коммунальным услугам, по кредитной задолженности, по ущербам. И иные исполнительные документы, где денежные средства взыскиваются в пользу дохода государства. Для того, чтобы на деле посмотреть, каково это исполнять решение суда, наша съемочная группа вместе с судебными исполнителями отправились по нескольким адресам должников. По отношению нее есть кредитные задолженности по трем исполнительным производствам на общую сумму более 1 миллиона рублей. По отношению должника есть имущество, земельные участки, все вложения на имущество должника. Вот проверяем адрес должника. В данное время квартира, видимо, закрыта. Сейчас оставляю извещение о вызове службы приставов на следующий вторник. Современным приставам вменен широкий круг задач, но для обывателя самая животрепещущая тема – это возврат долгов, которые не всегда по тем или иным причинам получается отдать. Имущество изымается, передавались на торгующие организации. Но в данное время в законе есть немножко изменения. Если в отношении должника накладывается арест менее 30 тысяч рублей, должнику предлагается о самостоятельной реализации. Если должник согласится и реализует данное имущество самостоятельно, такие реализации считаются самореализованными. Напомним, что именно 1 ноября 1865 года император Александр II подписал положение, которое окончательно определило статус судебных приставов в нашей стране. А уже 6 ноября 1997 года вступили в силу два федеральных закона о судебных приставах и об исполнительном производстве. Институт пристава был упразднен большевиками. Спустя 80 лет деятельность его восстановилась. В 1997 году началось возрождение службы судебных приставов. Теперь блеснуть своим тувинским, независимо от национальности, может каждый. Для этого лишь надо скачать мобильное приложение русско-тувинского разговорника. Данную разработку сегодня в день тувинского языка презентовали Агентство по делам национальности республики. Мобильное приложение пока доступно только на платформе Android, но уже в ближайшем будущем оно будет доступно и на платформе iOS. Приложение «Русско-тувинский разговорник». Основным разработчиком данного приложения является Алику Жюгет. Он еще с прошлого года проделал большую работу для того, чтобы это приложение было разработано и доступно для всех. Данное приложение разработано было на основании книги Кадрола Алексеевича «Поговорим по-тувински». На сегодняшний день разговорник состоит из 25 тысяч слов и имеет 6 обучающих уроков для обучения тувинскому языку с озвучкой. Да, водите. Киринер. Кроме всего прочего, по словам разработчиков, с каждым годом словарь будет только улучшаться, появится функция распознавания голоса. Всего на создание приложения потребовалось около 300 тысяч рублей, которые были выделены по системе софинансирования. Цель создания такого разговорника – безусловно, это популяризация и сохранение тувинского языка.
Министерство финансов Тувы сообщает, что проект бюджета региона на 2019 год внесен в Верховный Хурал. Так, по параметрам главного финансового документа, доходы находятся на уровне чуть более 27 миллиардов рублей, расходы на уровне 28, а предельно допустимый дефицит составляет 614 миллионов рублей. В сформированном проекте бюджета сохраняются все социальные обязательства с учетом повышения заработной платы, который поднялся до величины прожиточного минимума. С 1 января будущего года его размер составит 11 280 рублей. На эти цели с учетом районного и северного коэффициентов направляются около 800 миллионов рублей. Стоит отметить, что почти 354 миллионов рублей сгруппированы для 6% повышения оплаты труда работников в сфере образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания. Работников других бюджетных сфер ожидает рост заработной платы на 4,3%. В целом это примерно 70 миллионов рублей. Таким образом, бюджет республики остается социально ориентированным. Согласно закону о бюджетном процессе, на первое чтение законопроекта отводится 20 дней. После сбора рекомендаций и предложений по проекту его вынесут на публичное слушание. И о курсах валют. Доллар стоит 65 рублей 62 копейки, евро 74 рубля 89 копеек. Кызыл, встречай! Гиббоны, лемуры, мартышки, а также туканы и большие попугаи Ара ждут вас на выставке «Мир обезьян и попугаев» в Национальном музее. Компания «Вятские мехабелка» вновь в Кызыле. Покупай шубу и участвуй в розыгрыше немецкого автомобиля. Рассрочка до 3 лет без переплаты. Со 2 по 7 ноября в ЦУМе. Не пропустите! Роскошные меха по доступным ценам. Цельная норка от 55 тысяч. С 30 октября по 4 ноября в ТЦ «Меридиан». Для любимого смартфона только оригинал. Сервисный центр «ПроСтоп». Это оригинальные аксессуары по сказочным ценам. Гарантия качества. Кочетова, 49, второй этаж. В Туве врач предстанет перед судом за гибель малыша во время родов. Так, сотрудники Следственного комитета завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего врача одного из государственных бюджетных учреждений здравоохранения. По версии следствия, в ноябре 2015 года в одно из медицинских учреждений Республики Тыва поступила местная жительница с диагнозом беременность 40 недель. Обвиняемая, являясь врачом-дежурантом данного медицинского учреждения, несмотря на наличие показаний для оперативного вмешательства, выбрала тактику родоразрешения консервативным путем. В этот же день, около 22 часов, уже у роженицы началась развиваться слабость родовой деятельности, однако врач, несмотря на то, что предвидела возможность наступления смерти ребенка роженицы от асфиксии, не провела ей операцию экстренное кесарево сечение. Действия обвиняемой повлекли развитие асфиксии ребенка с последующим развитием острой сердечно-сосудистой недостаточности, что и явилось причиной его смерти. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Шокирующий случай, о котором идет речь, произошел в ноябре 2015 года. По данной статье, за свои действия врач может лишиться свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенную должность. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Творческая лаборатория «Артист» возрождает детское хоровое исполнение. Отметим, что воспитанники лаборатории не раз становились лауреатами многочисленных региональных и федеральных конкурсов. Сегодня там занимаются около 25 юных талантов. У нас есть желание сделать хор детский, 100 человек. Вот. Отрадно то, что у нас сейчас работают очень-очень, ну, как бы профессионалы своего дела. Например, вот Роланда Олеговна, преподаватель по хору, Татьяна Васильевна тоже есть у нас преподаватель. Второй, к сожалению, сегодня ее нету. Вот. В планах, конечно же, развиваться дальше. Потому что работа с детьми, мне кажется, самое то, что вот нужно именно для развития республики. То есть начинать нужно с детей. Помимо вокала, с воспитанниками лаборатории проводятся и занятия по сценическому движению с хореографом. Ведется работа солистами и ансамблем.
творческая мастерская «Артист», она раньше как студия вокала начиналась, да, естественно, только вокал был, то есть мы обучали именно постановке голоса, правильное дыхание, как себя вести на сцене, как держать, сценическое мастерство, речь и так далее. Про речь еще раз коснусь, потому что мы пригласили 3-4 ноября в гости к нам сюда из Хакасии Екатерину Батурину, журналиста, автора и преподавателя курса по речевым коммуникациям, самопрезентации и ораторскому мастерству. Мы все знаем, что основа вокала – это вот, не только дыхание, но и то, как можно правильно, красиво говорить, чтобы слова, тексты были слышны и понятны. Каждая программа также режиссируется с учетом восприятия слушателями, имеет тему и должна быть динамичной. Стоит отметить, что занятия проходят живо, интересно, эмоционально, сменяя различные виды деятельности. Гоните мое светло, это ночной звезды, ты, матушка, возьмет, это молча принесет воды. Вокальная студия организуется при Доме народного творчества для детей начальной и средней школы, возраст обучающихся от 6 до 16 лет. Синего моря. Сегодня стал лучшим и забрал приз радиоквеста «Замес майонез». Конечно, тот, кто первым разгадал загадку квеста и приехал на искомое место. Сегодня загадка была сложной, однако победитель нашел приз в первые минуты. Замес майонез. Чтобы и вам принять участие в квесте, достаточно слушать радио «Голос Азии» ежедневно по будням с 13 до 14 часов. Ведущие объяснят все правила и расскажут, кто является партнером конкурса. На этой неделе победители получают подарки от магазина специализированной бытовой химии «Химтоп». Заходи-ка в лавку, друже, отоварю тебя дюже. Белорусско-российская ярмарка «Дружба народов» работает с 1 по 6 ноября в Доме туризма. Скульптурный комплекс «Центр Азии», улица Красных партизан, 18. Большой выбор белорусских колбас, масла, тушенки. Белорусские сладости представлены более 50 видов конфет, шоколада, а также халва, зефир, мармелад. Распродажа постельного белья из Иваново с расцветками 3D. Свежий мед с Алтайского края. Травы. Впервые распродажа икры с Камчатки. Также на выставке вы можете пройти тестирование на приборе «Иридоскрин», который позволяет в течение нескольких минут дать полную оценку функционального состояния органов и тканей организма. Отличная новость. Наш город посетила крупная передвижная выставка «Мир обезьян и попугаев». А кому же еще можно прийти в гости с бананами? Конечно же, к озорным обезьянам. Здесь на выставке более 15 видов приматов из разных уголков нашей планеты. Макаки, капуцины, мартышки, лемуры и многие другие обезьяны. У каждой свой нрав, каждая думает, что она тоже человек, и поэтому спокойно общается с посетителями. К тому же многих обезьян можно погладить и сфотографироваться на память. А еще вас ждет интереснейшая выставка «Экзотические птицы», которая подарит вам и вашим детям незабываемые впечатления. Уникальные виды птиц, такие как сливоголовый попугай, розовый кокоду, благородный попугай, зеленокрылый ара и многие-многие другие. Приходите на выставку всей семьей и получите заряд положительных эмоций от общения с удивительными существами. «Мир обезьян и попугаев» пробудет в Кызыле до 9 декабря в Национальном музее. По всем вопросам телефон 8-960-778-68-88. Thank you.
каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов, больше сумма. По республике облачно, с прояснениями, небольшой мокрый снег, местами умеренный и сильный снег. В Кызыле облачно, с прояснениями, небольшой снег, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, временами порывы до 15-20. Температура воздуха ночью минус 4, минус 6, днем от 0 до минус 2. На дорогах гололедица. Каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов, больше сумма.